Здорово, геймеры, с вами Виртуоз. У меня для вас хорошие новости. Уже на этой неделе, а точнее в четверг 6 апреля, начнется закрытое бета-тестирование всеми нам ожидаемой игры Quake Champions. Приглашения уже начали рассылать с 3 числа, так что, скрестив пальцы, дерзайте проверять свою почту. О том, сколько будет выслано приглашений на ЗБД, пока неизвестно, но количество точно будет ограниченным. Разработчики обещают со временем пополнять игру новыми бойцами, так что, кто еще не успел зарегистрироваться, у вас еще есть шансы попасть в число первопроходцев Quake Champions. Для этого достаточно зайти на официальный сайт игры, указать дату рождения, при этом вам должно быть больше 18 лет, и подать заявку на ЗБТ, указав свою электронную почту и страну проживания. После чего на указанный email вам должно прийти письмо с ссылкой для подтверждения электронного адреса. Перейдя по ней, вам должно прийти повторное письмо с благодарностью за регистрацию. К моему удивлению, из 3 регистрируемых мной аккаунтов письмо с подтверждением пришло только на один. С чем это связано, сказать не могу. Может, из-за самой почты или указанного местоположения, или какие-то проблемы у их бота с рассылкой писем. И напоследок, у кого-то может появиться возможность помочь мне любым способом попасть на ЗБТ для улучшения контента. Прошу написать мне ВКонтакте, ссылка в описании. Ставь лайк, если информация хоть чуть-чуть тебе была полезна. Ну а на этом все, спасибо за просмотр, с вами был Виртуоз, увидимся в следующем видео.